сорт острого перца Джейсич. Это сверхострый перец. Острота вот такого перчика от 900 тысяч по шкале Скобеля до 1 100 000. Это вот такие вот красавцы перцы. Такого темно-шоколадного цвета. Высота такого растения от 80 сантиметров до 1 10 м. Ну, в теплицах может достигать до 1,5 м. Этот сорт высокоурожайный. Вкус у этого перца фруктовый с легкой ноткой хабанера. Перчики морщинистые. Срок созревания такого перца от 90 до 110 дней. Ну, может и до 120. Все зависит, где вы будете его выращивать. Если в открытом грунте, соответственно, он созреет чуть-чуть позже. Высевать семена такого перца на рассаду надо будет в 20-х числах января. Сорт очень и очень урожайный. Такие вот красивые морщинистые плоды у него. Перец созревает от зеленого цвета до шоколадного. Сначала становится таким светло-шоколадного цвета, потом темнее, темнее. И почти вот, как вот нижняя часть вот здесь вот, темно-темная. Это сверхострый сорт, очень урожайный. Если будете выращивать в квартирных условиях, кустик будет достигать где-то в пределах 40 сантиметров. Если в теплице, может достигать и до 1,5 м. Все в зависимости, как вы его будете кормить, как будете за ним ухаживать.